Когда на улице дубарь, а это верно ведь, январь, ты лучше дома посиди, чаек попей, смотри в окошко, голодных птичек покорми и о былом чуть погрусти. А там весна, и все растает, и лето жаркое придет, свои проблемы принесет. Уж коли январь такой случился, в июле сморит всех жара. Купаться будем до утра и тело покрывать загаром. Потом дожди, ты их немножко подожди, и снова холода полюбишь, в оконце на мороз глядя, чаек душистый разливая, о жизни бренной рассуждая, что хорошо и в жар, и в холод, здоровье крепкое иметь, а остальное просто медь. Ее не стоит и иметь, свое здоровье тратя даром. Так будем жить и процветать, и строки о любви писать, и посылать их прямо в сердце, готовое сие принять и от восторга засиять. 31 января, день Афанасия, день назван в честь святого отца нашего Афанасия Великого, архиепископа Александрийского. Он уже в детском возрасте играл в игры, где было крещение. Александрийский патриарх, увидев это, расспросил детей и признал крещение правильным. В дальнейшем Афанасий продвигался по церковной службе, боролся с арианской ересью. Когда святейший Александр представился, преемником его на Александрийскую кафедру был единогласно избран Афанасий. Этот день народ назвал Афанасий Ломонос. Начинались афанасьевские морозы. Даже была пословица: на Ломоноса нос легко отморозить. Если пришел Ломонос, прячь щеки и нос. Более сильные морозы, чем эти, бывали в феврале, Тимофеевские морозы. Сегодня народ избавлялся от нечистой силы. Для этого крестьяне проводили различные обряды и делали обереги, приметы. Метель сегодня предвещает позднюю весну, а солнце в полдень раннюю. Если на Афанасе оттепель, лето будет дождливым. Закат на ясном небе к сильным и длительным морозам. Если вокруг месяца и солнце сегодня виден круг, будет еще большее похолодание. Если сегодня вороны стаи кружат высоко в небе, морозные дни продержатся долго. Если сегодня обработают золой, взятой из семи печей, свою печную трубу, можно избавиться от темных сил, а не вылетят через трубу из дома. Сегодня день неблагоприятный для операции, новоселья и суда. Не стоит на Афанасия крестить мальчика. Это может навлечь на него мужскую слабость во взрослом возрасте. Сегодня я буду рассказывать о том, как приготовить пищевое средство, которое будет укреплять наше сердечко. Очень много людей сейчас страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, постоянно какая-то дряблость, постоянная дряхлость, вот, и не дает человеку полноценно, полнокровно себя почувствовать. Особенно касается лиц пожилого возраста. С помощью чего можно укреплять сердце? Конечно, не с помощью таблеток, а лучше всего с помощью, естественно, пищи. Но стоит вопрос, а с помощью какой пищи? Конечно же, с помощью проросшей пшеницы, потому что для того, чтобы сердечко наше работало, необходимы витамины группы В. Будут витамины группы В, причем полноценные, значит, это уже 70% того, что наше сердце будет работать великолепно. Далее, нашему сердцу нужны углеводы. Откуда их взять? Не из сахара и даже не из меда, а лучше всего их взять из абрикос. Абрикосы в это время бывают только сушеные. И они содержат огромное количество различных веществ, особенно калия, который поддерживает сердечную мышцу, сахара, который ее питает. Вот. Значит, можно использовать
абрикосы. Но стоит вопрос, а какие именно абрикосы? И вот смотрите, я здесь нарочно выложил 1, 2, 3, 4 вида различных абрикосов, чтобы показать и сравнить, чем они хороши. Вот смотрите, вот эти вот абрикосы, они очень хороши, так смотрятся, но они без косточек. И они такие блестящие, красивые и даже, можно сказать, несколько жирноватые на ощупь. Это говорит о том, что они обработаны неким консервантом, который их прекрасно сохраняет и придает им такой хороший вид. Естественно, для целебной кулинарии они не подойдут. Просто-напросто. Зачем нам нужны консерванты внутри нашего организма, которые могут тоже сердце, наоборот, загубить. Поэтому их отлаживаем в сторону. Дальше, второй сорт. Видите, они несколько поменьше, но также мягкие, такие же красивые. И это говорит о том, что они обработаны опять-таки особым веществом, которое сохраняет эту красоту, вот все эти качества. Но тем не менее, оно, это вещество, проникает внутрь абрикос, что не дает им, так сказать, портиться и красиво выглядит, позволяет. Естественно, когда мы их будем употреблять, все это пойдет внутрь нашего организма, и надо будет выводить эти вещества наружу. Что-то они сделают положительно, а что-то, увы, повредят. Поэтому они тоже не подходят. Другой вид абрикос, сорт, это уже, видите, такие погрубее, с косточками. Вот. Также они не портятся, более-менее не высыхают. Но также имеют такой какой-то вот золотистый вид, золотистый такой вот оттенок. И я бы сказал, они получше предыдущих двух. Но их я бы также не рекомендовал использовать для целебного питания, тем более для укрепления сердца. То есть мы их также отложим и не будем использовать.